21 декабря в Ледовом дворце «Зеланд» прошел студенческий кубок Республики Татарстан по фиджитал-хоккею в формате 3 на 3. В мероприятии приняли участие 4 студенческие команды из разных вузов Казани – Казанского федерального университета, Казанского авиационного института, Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Казанского государственного энергетического университета. Хоккейные любители смогли продемонстрировать свои игровые навыки не только на льду, но и в цифре. Или совместно с нашими студенческими спортивными клубами провести в преддверии Нового года какое-то необычное знаковое мероприятие и выбрали фиджитал хоккей 3 на 3. Это современный тренд, который развивается повсеместно, в том числе и среди студентов. И я очень рад, что именно в Татарстане проходит первый в России студенческие соревнования по этому направлению. Ребята сначала играют на приставках, это цифровой формат, и потом с сохранением счета переходят на ледовую площадку, где продолжают выявлять сильнейшего. В начале турнира прошел показательный матч открытия между командами маскотов, студенческих и профессиональных спортивных клубов. Вначале они сразились в формате фиджитал, после чего продемонстрировали свои силы в жизни. Эмоции завораживают. Вообще, никогда вот в этом не участвовал. Это все круто, классно. Спасибо организаторам. После маскотов к игре приступили студенческие команды. Они также вначале сразились на компьютерах, а после в формате 3 на 3 сыграли на ледовой площадке. Победители турнира получат возможность представить свой вуз и регион на Всероссийском фестивале студенческого спорта в Красноярске. Было очень неожиданно то, что пригласят студентов на такой классный мероприятие. Спасибо большое организаторам Республики, Федерации хоккея Республики. Как дома, грубо говоря, в приставочку порубишься на льду, как в овертайме 3 на 3. Отметим, что это первый в России студенческий турнир по фиджитал-спорту, организованный силами студенческих спортивных клубов. Среди организаторов проекта также региональное отделение Ассоциации студенческих спортивных клубов России в Республике Татарстан. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.